Магические фокусы и цирковое шоу. Такой необычный утренник прошел в кинотеатре «Октябрь». Самых талантливых детей сегодня поздравила администрация Октябрьского района. И хоть в зале не было традиционной большой елки, ребята не расстроились, ведь для них была приготовлена масса других развлечений. Подержать в руках морскую свинку или хорька мог каждый, а самые смелые познакомились с петухом и даже змеей. Всех ручных животных предоставил Гродненский зоопарк. Волшебным зрелищем для детей стали картины из песка, которые делала художница прямо на их глазах. Новогодние мотивы песочной анимации сразу увлекли детей в мир сказок. Ежегодно в преддверии Нового года мы собираем самую активную, одаренную, талантливую молодежь нашего района и организовываем для них елку, на которой какое-то шоу, мыльных пузырей, шоу, рисунки на песке. Потом выступают артисты цирка. И сегодня пытаемся им сделать праздничное настроение в преддверии новогоднего праздника уже домашнего. Здесь происходит такое районное. 170 детей приглашены на этот утренник. Будут вручены всем подарки. Помогли организовать такое праздничное настроение также Общество Красного Креста, Детский фонд и общественное объединение «Белая Русь». Дети вместе с фокусником и цирковыми артистами окунулись в новогоднее волшебство, а подарки стали приятным дополнением к утреннику. Нам дети рассказали, каким должен быть Новый год, и пожелали всего доброго своим близким. На Новый год нужно друг другу подарки дарить и друг друга поздравлять. Ну и что ты пожелаешь своим родным? На елке Октябрьского района дети получили незабываемое впечатление. Ведь не каждый день можно увидеть, как исчезают предметы и познакомиться с дикими зверями. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.